Друзья, здравствуйте! Живы ли мы? Да. Новая весна ждет, не дождется, когда мы ее встретим. И очень здорово опять встречать ее со всеми вами на Дорфесте. Полчаса до весны грядут, а часики тикают, да? У вас часиков нормальных не было. Мы сегодня услышим всех наших, надеюсь, всех вас. Подпеваем, радуемся жизни, и все будет у нас обязательно хорошо. Открывает сегодняшний Дорфест студия исполнительского мастерства «Межгород». Ребята сделали совершенно невероятное мероприятие недавно, полуторачасовое в Москве, посвященное Вене Деркину. Сегодня они адаптировали его для нашего фестиваля в немножко укороченном виде. Вот, это дебют, это сумасшедший. Просто спонсор этого выступления — мебельный комбинат. Вот все стулья, которые были уже на сцене, 12 стульев, да. И только в одном из них диадема острым концом торчащая вверх. Сейчас узнаем, у какого исполнителя она попалась. Сим Межгород. Дорогие друзья, здравствуйте. Вы присутствуете при сразу многих творческих экспериментах, и мы будем ставить эти эксперименты на вас. Но зато мы споем вам песни, которые вы точно знаете. Мы себя немного неуютно пока что чувствуем, поскольку в такой ситуации наша молодежная студия впервые. Мы вообще, на самом деле, довольно молодой организм, как вы можете видеть. В среднем наш возраст очень небольшой. Вы видите студию исполнительского мастерства «Межгород», так мы называемся полностью. Мы подготовили программу по творчеству Вени Дыркина. Вы сейчас услышите только его слова. Больше в программе ничего не участвует, кроме слов Вени. Нам очень нравится его творчество. Надеемся, что вам тоже, иначе что бы вы здесь делали. Постараемся создать для вас атмосферу. Долго болтать не будем, потому что мы и так уже немного затянули с началом. Откройте, пожалуйста, вот этот микрофон. Уважаемые коллеги за пультом, откройте, пожалуйста, радиомикрофон. Как вы можете догадаться, мы задали задачу. Да. Звукорежиссеры задали задачку. А человек, который говорил о задачке, это руководитель студии Ксения Кузнецова, которая, собственно, нас всех здесь собрала. Приятно познакомиться, друзья. Если что, ищите нас ВКонтакте по названию «Сим Межгород». Мы рады новым друзьям, новым контактам. А теперь начинаем. В парке Черновом, которому 1000 лет, мальчик с глазами уставшего старца что-то мурлычет в пыли отлетавших планет. Серым котенком играет и пальцем знаки рисует, что тайного смысла полны. А рядом, откуда-то льется печальный мотив. А мимо дитя пробегает дорога. Старая стерва с косой от бессилия взвыв тихо уйдет, проклиная так долго, так неестественно долго живущий огонь. Только мальцу безразлично. Он просто играл, судьбы при этом крушил и созидал. Даже не думал, что чьи-то умы он смущал, чьи-то надежды разбил, словно воздух. Смело, как дети, играл, не ведая зла. Чувак пишет дорогу, перешел, а это значит, что еще все будет хорошо.
падаю, а звезды все падают. Белый порошок, чувак в клишах, чувак в клишах дорогу перешел, а это значит, что еще все будет хорошо.
дома. И совсем не пропало добро, даже летом, когда стало тепло, то синдей раздавал серебро просто так задарма. Детворе на ура, и синдею светло закрома. А у синдея жили дивы во дворе, синдей рукава улыбался, в серебре там для тебя были воздушные шары. Весь плеченый каравай, там для меня была охотница серебряным луком. Но остался он без серебра, без кола и без двора, и сказал, значит, время мое еще не пришло. Но пришли доктора и сказали, пора закрома. А у Синдея были дома на лесе, а у Синдея жила белка в лесе и топёром экзотическим. И жирафом был костюм, и приглашал всех нас в синематограф. Автовокзал проглотит тебя вместе с шумной толпой и выплюнет прочь в электрический свет. А тебе завтра с утра просто нужно домой. На улице ночь, и на твой автобус билета нет. Кто-то из них больше всех не хотел, чтобы ты уезжал. Кто-то из них, наверное, ты сам. И тебя, провожая, обнял только грязный вокзал и перемешал с теми, кто расселся согласно местам. Солнце не стало ярче, не стало тусклей. Человек надел плащ, значит, будет гроза. Собака грызет свою кость, кот ловит мышей, все как всегда. И только траурный август спрятал глаза. Thank you.
материалистическое древнеиндийское учение, относится к атеистическим. В нем душа и тело неразделимы. Душа существует только до конца жизни тела. Спится. Белый-белый снег искрится на твоих ресницах, и на ладонях снежинки тают. И в это время между нами с балкона бах! Нашел свидание. Только снег знает, как ты меня не любишь. Завтра снег растает, и будет грязь по самые уши, и с ним любовь твоя растает. Как жаль, что не по голове тебе попал горшок с цветами. Пошел туда, а там гадко. А я назад пришел, и здесь гадко. А мне сказали, для тебя было лучше. И вот теперь у меня одна загадка. Почему там, где я, там и гадко? Ау, ау. Тошнило, и везде тебя потом тошнило, и всю ночь тебя потом тошнило. И нет загадочней на свете загадки, может, дело все и не в шоколадке. Ау, 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 ау. А может, это ты ходишь и гадишь, а может, просто это ты ходишь и гадишь. А если это ты ходишь и гадишь, тогда сиди и не вылази из дома. А ты сказала, надо быть лучше, и душою стало быть чище, и мыслями стало быть краше, и полюбила меня без остатку, и я тебя полюбил без остатку. И мы стали добрее и лучше, и мы стали светлее и чище, и в окно поглядели украдкой, а за окнами гадкие люди, и от этого на улице гадко. Ау, ау. Зачем просто жить на этом свете? Знают взрослые, знают дети, знают маленькие и большие, знают негры и бледнолицые, и краснокожие, и голубые. Знают, знают всякие гадости, но не знают то, что должен знать каждый. Что если след, то я хожу и гажу. Если след, то ты хочешь.
ходишь и гадишь. Если след у всех ходят и гадят, то это значит только то, что мы гады! Колесам тихо в ночь в печаль стучать. Открыта в вечность дверь для нас двоих. Но нет ключа мне к сердцу твоему, ведь веришь ты в свои надежды и в свои мечты. И оттого уста твои молчат. Молчи, тебя просто нет. Тебя выдумал сам. Ты звон золотых монет, ими полон пустой карман. С тобой тепло и светло, с тобою я сыт и свят, и искренне всем назло. Ты веришь, что я богат? Молчи. Тебя просто нет. Ты не больше, чем ты. Ты от моих сигарет, дешевых ваты и брин, девочка с флейтом. Странно, но все равно я верю, что ты рядом со мной. Даже слышу твое тепло и коснуться могу рукой. Ты хочешь уйти? Постой. Что мне нужно еще? Миг восхититься тобой, пока пальцы не печет. Уходишь уже рассвет. Если что, ты найдешь меня здесь. Приходи, какой тебя нет, и какая ты есть, девочка с флейтом. Спасибо за то, что ты есть, и как волшебник. Я желаю тебе, я дарю тебе, пусть рядом всегда будет Моцарт, пусть рядом всегда будет флейта, Оля Лукой. И лето, и синее небо, и тысячи всяких чудес. Маленькая королева с небес. Лихолесий без времени, смут и становлений, полночный мастер Андвари, превзойдя искусством самого себя, выковал Тае. Оно было столь прекрасно и бесценно, что каждый житель мира, каждая зверушка и каждое деревце приняли его в сердце и тем оживили его. Прошли годы, и слух о прекрасном Тае дошел до черносвистов. А черносвисты, непослушные дети земли, забыли смысл себя и стали носить Таю в руках, но не в сердце. И пустило оно неверный корень, из которого родилось Аистая с розовым клювом. Оно закрыло крылами небо и вот-вот запоет страшную песнь свою, пробуждая Навье солнце, а Навье солнце испепеляет. Черносвистов стали называть вызлами. Запредельно проницательный карлик не способен был понять, какой бедой для мира стало его детище. Старый, разбитый горем, он накладывает на Тая последнее заклятие и уходит из жизни.
где-то в глубоких норах своего подземелья. И мир отправил рыцаря-дракона Веснопляса выхватить Тае из рук черносвистов и захоронить его. Ведь Тае, оно же семя, пустит корни вверх, связав и примирив небо и землю. А плоды его созреют в сердце. И случится Тае зари, весень свят лета, а Тае зари — исцеление калекам, мертвым — ворота в рай, а путникам — добрая дорога домой. Но Веснопляс по-своему слеп, и поэтому была с ним сова, зоркие глаза его. И был с ним ворон, который знает Тае, и только он способен распознать его среди прочих пустых вещей. И был с ним волк, который чует Тае и ведет Веснопляса за собой. Веслоухая Марта, она же утренняя звездочка, шла следом, стирая их тени. И только она должна была взять Тае и положить в землю. И только Веснопляс знал, что при этом он должен был сгореть жертвенным костром. Когда Марта зашла на небо, предвещая рассвет, волк был убит охотником. Перепуганные выстрелами птицы сорвались и не смогли более найти Веснопляса. Вернулись в мир. Как это все не ново. Я продолжаю желать жить вопреки здравому смыслу. Ты прыгаешь.
Цветешь по росе перед сном. Ты уснешь, а увидишь город. Город, крытый серебром, эхо вы серебро, то пальцем трону. Сестры, нет хозяина, Господь Бог, да синие звезды в доске. А коль не было крыльям небо, то самое небо, мечта моя, эх, мечта, я по небу поплыву, что мне километры, лишь бы отсюда куда-нибудь с ветром. И тогда я скажу вам, моншер, вы последняя дура. Я похожа
похожие на стриж шалалула, не похожие на лет. Удивительно, как цвет шалалула, первый радуги листы. Необычная, как чушь шалалула, очевидная, как лобо-ош. Ты по улице, ты прыгав, ты по улице идешь, отражаясь в грязи луж. И ты идешь по городу, и за тобой летят бабочки. Твои лодочки, давай спускаются цветы, шалла-лала, давай возьмемся за руки и полетим по радуге в страну волшебную, где будем вместе я и ты. И я не знаю, что со мной, шалла-лала, и моих тут друзья. Но все стороны ура, шалла-лала, и я сегодня холостой. Сегодня хучи-мэн, хучи-хучи-мэн, и ты сегодня чьё-са, а-а-а. Ты узнаешь без проблем мой ромашку Ситроен по городу колесам. И ты идёшь по городу, и за тобой летят бабочки. И где ступают твои лодочки, там спускаются цветы, шалла-лула. Давай возьмёмся за руки и полетим по радуге в страну волшебную. И где ступают твои лодочки, там распускаются цветы, шалла-лула. Давай возьмемся за руки и полетим по радуге в страну волшебную, где будем вместе я и ты. Тяжело болен,
дорогах и забыли на бортах. Кирзаки остался бункером, на зипам паркопановый мгла. Хипана, и на этом вот и вся недолга, иллюзорная модель. Бытия оборвались небеса с потолка и свернулась в карусель. Калия и спасибо помогла, черпакла и на финке порвала. Удела ветхой пылью рок-н-ролл, на чердаках ей глою на зрачка. Наколол маленький дом с видом дайма на книге апрель. Спасибо вам, нищие травушки, за липкую кровь. Спасибо вам, камушки, за вещую вашу постель. Золотоглазый коперки творили меня вновь. Вот это людям, а это детям, а это птицам. А это, видишь, себе на небе обновку справил. Плету корзины, конверты клею. И умираю, и не умею. Спасибо вам огромное. Приходите еще. Пишите.